Сейчас такое время, когда для того, чтобы тебя наебали, совсем не обязательно ходить на рынок. Теперь эта замечательная процедура доступна каждому в комфорте своего дома. Достаточно лишь включить телек, аттракцион наглой наебистики нахлынет плотной коричневой струей. Как это все выглядит от скромки поля? Выглядит довольно забавно, потому что робот, который идет по направлению к мячу, это в принципе забавно. И сейчас мы вот, как будет произведен первый удар по мячу в искусственного интеллекта. Мне кажется, что это должно быть как-то по-особенному. Зрители как-то ожились. Никто робота пока не поддерживает, хотя он в цветах ЦСКА, может быть, потому что он в цветах Оренбурга, да, как раз в сегодняшнем матче. И, внимание, удар, и все в восторге. Ну, таким вот и забьешь. Федора Чалова еще 20 минут нужно ждать, когда он идет с поля. Потому что это непросто. Мне вот интересно, они действительно думают, что все люди долбоебы и не вдупляют, что робот нихуя не робот? Это пиздец. Это край вообще вилы, блядь. Почему никто из комментаторов не упомянул, что это просто типок в костюме? Окей, походка нашего псевдоандроида выглядит еще более-менее правдоподобно. Но вот сам удар по мячу он исполнил чисто по-человечески. И почему они не показали результат удара? Я почти уверен, все самое интересное, как обычно, осталось за кадром. По дворовому футболу, блядь. В общем, у меня есть все основания полагать, что ебанул наш киборг вполне себе нормально. Даже футболисты охуели от такой подачи. Щелчок, блин! И все же мне решительно непонятна стратегия телеканалов касательно этого чудо-изобретения. Почему они умалчивают, что это, блядь, тупо костюм? Да мы даже сайт нашли, который такими робоприкидами барыжит. Я в ахуе вообще. А представьте, в каком ахуе был тот бедолага в шкуре робота. Да он там внутри, наверное, со стыда горел, пока по полю хуячил. Сука, дебил, да.